Oh, shit. Here we go again. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Панда Фикс. И сегодня у меня в гостях мистер Кричащая Голова, Акылбек Бейсекенов. Поздравляйтесь. Капау, ребята, в чатик. Йоу, всем привет, с вами Акул. Сегодня ко мне в голову пришла гениальная мысль. Я давно хотел поиграть за Льва Яшина в FIFA 21, но учитывая, как голкиперы стоят в этой игре, я подумал, что... Что ты смеешься? Мы серьезные вещи обсуждаем. Ну и в общем-то, мы решили проверить. А, я стукнулся, блядь. Травма, нужна замена. Так вот, я не могу никак договорить. Интересный факт. Лев Иванович Яшин является самым быстрым голкипером FIFA 21. А, я про это не знал. Пейс, 64 пейс. Нихуя себе. Для голкипера это прям супер машина. В общем-то, покупаю я сейчас эту карточку. Так, 335 тысяч. Тебе не кажется странным, что у обладателя золотого мяча нет талантов игрока? У него нет талантов вообще. У Акинфеева 5 талантов, чувак. 5! Акинфеева 5, у Облака 2, блядь. Как такое, блядь, возможно, я не понимаю. В общем-то, как вы можете заметить, у Яшина даже слабая нога, неплохая, можно сказать. 3 звезды. Будет играть у меня на левом форварде. Будет максимальная сыгранность, поэтому химия у него страдать вообще не должна. То есть будет химия десяточка. Кто будет окружать, спросите вы? Мы сами не знаем, потому что у нас будет состав из паков. Что? Опять! Состав из паков, вау! Открываем 10 паков, берем одного игрока на каждую позицию. А мы должны говорить нет, нет. Кому-то придется сказать нет, потому что берем только одного игрока. Так, сейчас я задоню по фасту бабки. A few moments later. Так, давай, на счет 3 открываем первый пак. Раз, два, три. Пау! Первый пак! Блять, у меня вратарь выпал. У меня цоп, блядь. Ебать, он широкий. Я возьму вот этого вот чудика. Metals Dutter. Ну я вот этого чудика возьму. Бля, шар. А у меня ЛЗшник, калашинец. Заебись, я его даже выберу все состав. О, слушай, у меня быстроногий парень тут есть. Лэнс, вот его я возьму. Поехали. Раз, два, три. О, локаут! У меня срань, нет, я тебе не верю. Нет, не локаут, да. Я вратаря возьму. Блять, вратарь же нужен. Нахуй я вратаря скипнул, блять. Это лол вообще. Это ОНГ просто, фейспалм словил. Так, я открыл уже следующий пак. А, ебать ты, конечно, нормально, я тебя жду. Вукал! Нет. О, мне выпал Панда Фикс! Панда Фикс, чекай, блять. Ты мне выпал. Челанху. Челанху? Блять, иди, прям ты нахуй. Так, а я беру Боли. Это хороший центральный защитник, прошу заметить. Так, ну слушай, а мне тут двухметровый голкипер упал, я его, пожалуй, возьму. Раз, два, три. Блять, блять, а хотя... Нет. Чувак из Китая выпал. Адриан Силва возьму. Ладно, я возьму вот этого чувака, Рикарду. Бля. О, экран! Бля, я даже экраном рад. Да. Мартинес, 84. Бля, ну это сильно. У меня Парадес, аргентинец. Слушай, у меня тут форвард интересный, Эмбуло. О, Лукаку, заебись. А, ну радость, радость, да. Ладно, ставь, короче, бронзу. Комару возьму. Да у меня реально пидраза выпал. О, ЦЗшник, гигот, заебись. Я на ЦЗ его поставлю, поебать. Также, друзья, естественно, хотелось бы напомнить вам о своих спонсорах. Это OneX. Сегодня как раз-таки Краснодар играет вместе с Севильей. По закрепленному комментарию вы можете сделать ставочку на этот матч или же воспользуйтесь моим QR-кодом. Также, ребята, если вам нужны монеточки, вы можете найти ссылочку на мой личный сайт в описании. Так, сейчас приглашайте, собственно, приглас. И давай стараться играть преимущественно на Яшин. Давай, давай, давай. Так как мы его тестим... Типа, давай, остальных давай. Игроков будем использовать как ассистент. Ну, если гол забил, я не виноват. Я пошел в онлайн и ищу соперника. Бля. Вау, панда в хитхе. Это немецкий формула был. Байер против Штутгарта, ребята. Сегодня у нас немецкое дерби. Это что, наш первый матч FIFA 21? Это наш первый матч, да. Так, все, чекаем удары Яшина. Вау. Ну почти, слушай. Как он медленно двигается. Опа! Ебать, Яшин! Яшин! Бля! Ой-ой-ой! Бля, какой разворот. Найс трай. Давай, забегай, Яшин! Бля! Пидраза! Бля, пидраза отобрал мяч. Яшин! Ну слушай, нормальные удары. Он пристреливается, подожди. Ой, хорошо. Бля, и туда дальше. Яшин, блядь! Он тебе отдал пас, он не дает. Давай, лети, блядь, Эмболу. Как это медленно играется, пиздец. No. Эй, это Яшин, по-твоему?
Ну я перепутал его. Это Яшин вообще. Да у них модельки одинаковые почти были. Ясно, ебать, я понял тебя, все. Давай, Яшин, беги. Беги к воротам, Яшин. Да, бля, случайно ударил, и я забыл. Ладно, Яшин пробивает. Ой, бля. Так, PandaFX подает. Мои легендарные подачи. О, хорошо подал. Блять. Так, хорошо. Ой-ой-ой, Баркли. А, я думаю, ты Яшин. Баркли. Вы договорились лайк играть на Яшина? Лайк или дизлайк? Я ставлю дизлайк. Лайк. А я лайк. Ну на, бля, второй лонгшот. Блядь. Ух, ебать. Мой вратарь еще так стоял, блядь. Блядь, это сейчас залетело, я бы закончил вообще все. О, как же легко. Бля, пидраза у тебя вообще, блядь, все делает. Да. Я в ахуе, блядь. Так, PandaFX, главное, офсайт не забегай. О, хорошо. Лев! Лев Яшин! Лев Яшин! Лев Яшин! Ебать, он забил. Хорош. Он забил, блядь. Не, ну там такой момент прям был изичный. Также, ребята, не забывайте про мой промокод Пандос. Он очень классный. Так, слушай, твой Яшин забил, теперь осталось мне как-то попытаться. Так, Гигот. Ой, бля. Так, все, надо, короче, какую-то атаку вот такую. Яшин! Блядь, мой удар что-то не получился. Отлично. Челанху. PandaFX. Да что ты, черт побери, такое несешь? Яшин. Ой-ой-ой, Яш, посмотри какое. Слушай, хороший пас. И обратно. Ой! Лэнд. Ёбать, ты долбоёб! Он чуть сильно забил. Чуть свои, блядь, не закинул. Так, Яшин подает почему-то у меня. Ой, у меня игрок сломался. Так, давай. Взял мячик в руки, продаю домой. Все, первый тайм закончен. Да, твой Яшин забил. В отличие от моего. Че там, перестановки делаешь? Давай. Ща, да, киберспортивные перестановки. Кили Мбаппе выйдет, ебать. Давай, Яшин, беги. Беги, Яшин. Слушай, неплохо бежит, ты посмотри, какая поясу. Бля, реально неплохо бежит. То есть там, ну, как минимум, вот эти вот 60 чувствуются. Легко отнял. Ах, легко отнял. Блять, ну, конечно, отскоки на ногу вот эти вот. Не чувствую что-то вообще. Тогда я лонгшот ударю. Ну, Яшин, лонгшот! Блядь. Ну, слушай, почти стор попал. Да, блядь. Не! Блядь, эти автоблоки ебучие. Да, бля, уже хоть кем-то надо забить, блядь. Уже ситуация такая, бля, плачевная у меня. Да, эй, только Мбаппе не упускай, блядь. Ты что, не думаешь, что такая крыса? Думаю. Сука. Лонгшот! Я тоже выпущу Мбаппе, если ты сейчас Мбаппе выпустишь. Все, я покрутил там замену всякие. Ну сейчас посмотрим. Эй, блядь, что за хуйня? У тебя кто-то... Да это Яшин переоделся. Мбаппе и Вернер, блядь, вышел. Нельзя, блядь. Блядь, ты слышал, что правила нужны, чтобы их нарушать? Бля, у меня ебучая бронза, блядь, в запасе. Я тебя просто байтил. А, у тебя бронза все. Сука, да. Да ладно, я не буду ими забивать, честно. Я буду стараться Яшином забивать. Если Яшин вообще играет, да? Не, я его не убирал. Еще будет карма чисто, знаешь, бля. Ой, бля, да. Да мне похуй, я все равно вещь атакую. Да, бля, без шансов вообще. Ой-ой-ой, как выкатил. Я один на один. Блядь, я так хотел Яшином именно забить. Блядь! Успеешь добежать? Давай. Давай, я постараюсь. Блядь, беги, долбоёб. Эй! Давай, залети, мяч, сука. Он даже не в створ полетел. Да, Яшин, блядь. Ой, хорошо. Бля, не чувствую твоего Мбаппе, блядь. Да я вообще подойти к воротам не могу. Ну, Яшин! Яшин! Блядь, ну конечно, когда у тебя Мбаппе. Как можно так играть, блядь? Ёй, Яшин с навесом. Что за фраза, ты посмотри, как Яшин вылетел. Бля, и сюда, да, ебать, чуть ли не скопил. У меня нога сломалась, ты видел? Ты там чуть ли не ножницами он забил. ФРВ 91 скорость. Ё-моё, вот это форвард. Бля, ты заебал, какого хуя Вернера выпустил вместе с этим, блядь. Сломал. На нахуй, блядь. Не, нихуя. Это что было, блядь? Хотел закрутить. Хотел закрутить, да.
Хороший. Бля, ну Яшин. Нет, только не 90-й, слышишь? А ты пиздец! Блядь! Выбивай, нахуй! Нахуй, выбивай! Ну выбивай, блядь, я выбивай не нажал! Сука! Ну слушай, это было весело. Яшин забил и у тебя, и у меня вообще там чуть ли не ножницами. Ну да, посмотри повтор, я интересно. 8.5 у Яшина, прикинь. Уцы 3, бать, он там... Ну, а чё дальше с ногой? Ебать! Что это? Чё с ногой? Да. Я тебе говорю, это пиздец! Что у него с ногой, блядь, стало, блядь? Ебать, это чё вообще, блядь? Анимации просто гениальные у Яшина. Ну что, ребята, вот такой вот веселый ролик у нас получился. Как тебе, было весело? У тебя да, три удара, весело, нормально. Три удара, блядь, два гола. Охуенная статистика. Подписывайтесь на Акула, мы к нему на канал сейчас пойдем записывать битву составов. Да. На Роналда или Шевченко еще пока не решили. Да, пока мы еще решили. В общем, переходите там, подписывайтесь, кому не надо, кому не надо, не подписывайтесь. Все, всем удачи и покедово. Покедово.